Как открыть кафе или ресторан? Под таким названием в Химкинской торгово-промышленной палате прошел семинар. Этот вид бизнеса один из самых рискованных. 60% предприятий этой отрасли закрываются. Поэтому тема интересна как начинающим коммерсантам, так и управляющим кафе и ресторанов. Есть несколько способов, которые говорят о том, что чтобы быть успешным руководителем точки общественного питания, можно работать либо по франшизе, либо обратиться к профессионалу. Сколько стоит открыть ресторан? Как найти персонал? Каждый смог обозначить интересующие его вопросы. Секретами успешного создания предприятия с нуля поделились сотрудники одной коммерческой компании. Наверное, самый главный секрет открытия своего бизнеса – это чтобы бизнес шел у вас из души и из сердца. Чтобы это было то дело, которое вам нравится, которое вы любите. Если вы не ходите в рестораны, если вы не любите вкусно покушать, то, наверное, ресторан не надо открывать. Химкинская торгово-промышленная палата проводит такие обучающие семинары ежеквартально. Узнать тему следующего и записаться можно на сайте организации.